Okay, you said I never had a chance, but I keep proving that this shit is not an accident. Traffic jam, I've had it, man. Smash them through like batting rams. Always stay connected like my data plan. I comb your nerves like... Трекинг во Владивостоке – уникальное явление. И не потому, что местные спортсмены исполняют впечатляющие трюки и делают из каждых соревнований настоящее шоу. Дело в том, что при такой зрелищности это занятие в городе не особо популярно. Президент городской федерации трекинга Максим Русанов решил, что горожан надо бы просветить и начать с детей. Вместе со своим коллегой из Якутска Гаврилом Даниловым он начал бесплатно проводить в школах небольшие мастер-классы. Основная задача – показать, что все эти трюки может сделать каждый. Мы уже отработали с 5 школами, и у нас были участники, начиная с 4 класса по 10. Для меня уже это не первый опыт, потому что мы реализовывали проект «Спорттур». Это подобного формата мастер-классы, но которые мы проводили в Приморье. Уроки проходят в рамках проекта, который так и называется «Поход по школам». Это победитель конкурса «Молодежная инициатива 2017». Проводятся мероприятия при поддержке администрации города и молодежного ресурсного центра. Детей здесь не заставляют сходу прыгать выше своей головы, как в прямом, так и переносном смысле. Как и любой другой вид спорта, трекинг начинается с разминки. После нее начинается этакая полоса препятствий, где пытаешься правильно кувыркаться, стоять на руках и даже делать колесо. Все это база, которая дается любому новичку, будь ему хоть 5 или 40 лет. Как отмечают трекеры, прийти в это занятие и начать делать впечатляющие трюки – не проблема. Проблема – доказать новичку, что он действительно это сможет. Одни боятся получить травму, другие элементарно стесняются. Однако, в пример, местные спортсмены ставят совсем маленьких детей, которые приходят в секцию и всего через пару месяцев показывают то, чему сами наставники учились годами. Главное, как говорится, желание. Первый год своего занятия я вообще, просто прыгал, это были элементарные вещи, это очень простые и какие-то непонятные. А потом уже со второго, третьего года я уже начал, как так сказать, тащить, уже начал круто выполнять какие-то крутые элементы, и у меня начало получаться. Стоит отметить, что заявки на проведение бесплатных мастер-классов в рамках проекта «Поход по школам» принимаются от педагогов по указанному телефону. К слову, сами трекеры готовы уже в феврале открыть сезон соревнований, причем сразу дать возможность показать себя новичкам и юным спортсменам. Максим Яковлев, Василий Косилов, новости спорта на восьмом.